Пришел дисплейный модуль для моего телефона, заказывал его на AliExpress. Товар упакован в такую коробочку, но это понятно, потому что он является хрупким. Давайте его вскроем. Посмотрите, что у нас здесь идет сбоку. Это набор для смены дисплейного модуля. Набор инструментов для самостоятельной починки нашего, точнее вашего, а в данном случае моего телефона. Аккуратненько все делаем. Легким движением рук. Ага, здесь у нас, посмотрите. Ух ты, как все интересно. Отверточки есть, продавец положил. Ага, здесь даже вот такое кольцо-присоска. Посмотрите, треугольная штучка. Угу. Интересное кино. Сам товар непосредственно. Угу, здесь, посмотрите, упаковочка. Для того, чтобы можно было, видимо, его положить, переносить для каких-то целей. В общем, она с такими пупырышками. Дальше посмотрим. Угу. Это у нас документы идут. Так, 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 так. Дальше такая штукенция. Это, видимо, липкая лента для наклейки телефона. Точнее, замена дисплейного модуля. И аккуратно, аккуратно, нежно мы открываем дисплейный модуль. Не открываем, а достаем из защитной упаковки. Вот он перед нами. Дисплейный модуль черного цвета. Это что такое? Как царапина. Вот видите? Не знаю, что такое. Угу. Сейчас мы с вами все это вскроем. Угу. Что такое царапина? Видите, здесь что-то такое. Сейчас мы с вами посмотрим. Оп, ничего нету. Все здорово, чистенько. Закрываем, смотрим. Отлично, отлично, отлично. Он шел с рамкой. Угу. Так, так, так. Смотрим, вроде бы все нормально. Ложим, кладем обратно. И, ну вот, я не знаю, сейчас вам еще покажу здесь. Эта штучка, вот она. Вот, вам видно теперь, вот она. Какие-то пятнышки, видите? Да это все мелочи, это грязь. Пыль. Кран новый-новый. Оп, заклеили. Так, ладненько. Аккуратно его помещаем обратно. Либо самому менять дисплейный модуль. Я видео смотрел, но неохота заморачиваться. Опыта же нету. Некоторые говорят, легко, никаких проблем. Да, согласна. Никаких проблем. Ага, со стороны все выглядит легко. И непринужденно. Но я пока в одном месте узнавал. Замена модуля, где ремонтируют смартфон Asus, в том числе у нас. Asus технический центр. 700 рублей. В общем, не знаю, туда. Или оставить здесь. Но положим его в коробочку сюда. Раз. И сверху вот так. Раз. Два. В общем, такие вот дела. Посмотрим, посмотрим. В общем, решил я сам поменять дисплейный модуль. В ремонтных мастерских стоит от 700 рублей ждать весь день. Так, в общем, ребята, сам я не буду мудохаться. Вот этот комплект инструментов, который шел вместе с дисплейным модулем, ни о чем. Вот эта часть, которую я вам хочу показать, сейчас фокусировка, она ступилась от нескольких попыток открытия, то есть вот эта часть туда шла, вот туда, куда я показываю движение пальцем, она была длиннее, вот это идет под наклоном, и острее. От попыток вскрытия где-то я наполовину вскрыл, она полностью сутупилась. Также касается это и второй вот этой беды, аналогичная ситуация с ней произошла. Можно, конечно, вот здесь чем-нибудь подточить, ну да ладно, потом вот у этого треугольничка. Посмотрите, здесь полукруглый, а вот здесь отломился. И отломился, и в полуоткрытый корпус у моего телефона, он провалился, мне пришлось его доставать. Короче, надо инструмент иметь нормально, а не тот, который шел в комплекте. Либо пойду отдам, где в одном месте мне хотели за 700 рублей сделать. Всем здравствуйте. Поменял дисплейный модуль на моем аппарате Asus Zenfone CZ520L. Но появились определенные глюки. Следующее видео я буду снимать для того, чтобы попытаться вернуть неисправный дисплейный модуль. Он у нас находится справа. И это видео предназначено для разрешения спора, возможного с продавцом в случае его отказа от возврата стоимости за приобретенный у него дисплейный модуль. Дисплейный модуль мой слева, а установленную уже на телефоне справа. Дальше пойдет видео без слов.
общем, обратно мне поставили на мой телефон разбитый дисплей, дисплейный модуль, а тот, который я заказал на AliExpress, сняли. Небольшая ремарочка, дисплей новый, я ставил сначала на телефон в одной фирме, и мне это обошлось 600 рублей, я поставил, увидел, что дисплей не работает, имеет, точнее, глюки, баки определенные, вкладки открываются сами, а обратно я уже менял в исходное положение, то есть разбитый дисплейный модуль ставил обратно на телефон в другой фирме. И вот эта другая фирма, последняя, она является авторизированным, как правильно называется, может быть, я ошибаюсь, центром по ремонту Asus в нашем регионе. И там человек сказал, изначально посмотрел на этот экран, он имеет опыт вот на этот модуль, который пришел мне с AliExpress, и он говорит, вы знаете, я пальцами ощущаю, что он имеет определенные неровности. Для меня они лично мало заметны, но когда он мне их показал, он поводил пальцами и сказал, что сам дисплей, вот верхняя часть, она установлена не очень ровно. И когда он мне его снял и поставил обратно разбитый родной модуль, он сказал, что данный дисплейный модуль, который я заказал на AliExpress, он практически, да не практически, он фирменный. Сделан так, как производят родные фирменные дисплейные модуля на указанные модели. И предположил этот мастер в авторизованном центре Asus, что это настоящий модуль, но он на определенном этапе был выбракован и как бы не прошел предварительные тесты. И китайцы такую партию закупили, и потом их продают дешевле. Да, это можно сказать, что оригинал, но это оригинал уже изначально был с браком. То есть продавец осведомлен был в том, что он продает данные дисплейные модули, которые имеют существенные недостатки. Хотя он полностью практически аналогичен родному, имеет маркировку, такие же шлейфы, мне сказал вот этот мастер. Такой нюанс определенный. Теперь я с этим продавцом, который мне осуществил продажу вот этого дисплейного модуля с браком, я затею спор и потребую вернуть полностью уплаченную денежную сумму. Это 2180 рублей. Хотя я еще потратил 600 рублей на установку сначала, потом 700 рублей для того, чтобы на другой фирме вернуть все в исходное положение, снять этот дисплейный модуль. Ну, а в принципе, не жалею по этим деньгам. И, кстати, мне на фирме, которая ставила обратно мой разбитый модуль, авторизованный центр Asus, они сказали, что если вам потребуется заключение, которое действует на территории Российской Федерации, если оно пойдет для вашего случая, мы дадим о том, что этот дисплейный модуль, который вы нам представляли, и мы с ним ознакомились, он имеет в себе заводской брак. Но вот это заключение будет стоить 600 рублей. То есть, если для продавца недостаточно будет моих доказательств, моих слов, видео, которое я снял с лагающим дисплеем, то я представлю вот это заключение, но чтобы продавец потребую в споре, если надо будет обострю спор с привлечением администрации на AliExpress, чтобы продавец оплатил мне это заключение. Такие вот дела. Буду держать вас на связи.